Всем привет! Продолжаем рисовать знаки дорожного движения. Сегодня мы нарисуем знак, который обозначает туннель. Так, знак имеет треугольную форму. 5, 7, 6, 7. Вот так. Поставили точки и рисуем наш треугольник. Ставим еще точки вот здесь вот снаружи, чтобы нарисовать рамку. Вот так. Вот так и вот так. Отлично. Давайте сразу ее закрасим красным мелком. Красный цвет. Вот так. Отлично, здесь немного подправим. Так, внутри у нас, значит, будет нарисован туннель. Берем черный маркер и вот так вот здесь нарисуем такую линию и вот такой полукруг. Так, здесь у нас где-то в конце будет светлый туннель. И вот такие две белые линии. Все, мы их не будем закрашивать, а все остальное закрасим вот так вот. Черный цвет. Сейчас мы тут докрасим. Вот такой у нас получился знак, который обозначает туннель. Если вы его видите, значит, скоро впереди будет въезд в туннель. И нужно включить фары. Так, рисуем столбик. И на этом все. Всем спасибо. Ждите новых знаков дорожного движения. Пока-пока.